Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». И сегодня у нас следующие комплекты от завода «Циркон С». Это комплект «Бонна» у нас называется, артикул на сайте 1849. Тоже комплектов пришло огромное разнообразие, поэтому хочется показать все камушки вам поближе. Смотрите, сейчас мы смотрим с вами агат. Здесь у нас 5 вставок. И обыкновенный замочек на карабин закрывается, да, браслетик. Кольцо, шинка, обручалочка, и наверх корзинка с камнем сюда посажена. Размер колечка 16,5, мне придется примерить его вот так. И у серег вровень посажен крючок, английский замочек, то есть высокий и средний прокол. За счет такой спокойной, я бы сказала, формы, да, без всяких там излишеств и достаточно простого орнамента из серебра, можно отнести его совершенно спокойно к базовой группе и порадоваться здесь вот такой как бы насыщенной расцветки, да, поиграться с ней. Вот такой у нас красивый агат есть. Дальше мы смотрим клинохлор. Не так часто клинохлор бывает, в этот раз у нас прям много клинохлора. Посмотрите, какая красивая пальмовая ветвь нарисовала природа. 18 размер, померим на 17,5. Знаете, на 17,5 велик, на 18,5 вот хорошо сел. Вот такие вот серьги с таким же хорошим пальмовым узором. Порадуемся сейчас хорошему такому клинохлору прям. И также браслет, количество камней такое же, как было в предыдущем комплекте. Объясняю, почему я обращаю ваше внимание, потому что один браслет у нас в этот раз в другом немножко виде. Вот такой великолепный клинохлор. Редко бывает этот камень, поэтому для тех, кто любит, прекрасная возможность приобрести весь комплект. Дальше у нас идет с вами тулит. Причем смотрите, какой он здесь такой неоднородный, да, весь с такими вот пятнышками. 17,5. Я померила на 17,5, хорошо он мне так присел. Дальше сережки, тоже такие немножко леопардовые. И вот такой браслетик. Также у нас здесь с вами 5 вставок. Вот такой вот тулит. Цвета такого какого-то, то ли варенье, то ли мякоть. Не черный смородин, даже черешневый какой-то вот такой. Дальше белый нефрит. Наслаждение из белого нефрита. 17 размер колечка, но мне придется на 17,5. Нет, прям туго, а вот на 17 сел хорошо. Вот такие вот сережки для тех, кто любит белый нефрит. И камни. Посмотрите, видна вот эта неоднородность, да, натурального камня, но сам по себе интересный. Такой приятный у него цвет. Он как бы белый, но вот с этими прожилками с одной стороны освежает, с другой стороны видно, что камушек совершенно непростой. И последний у нас под завязочку. Почему я вам говорила, сколько где вставок? У нас амазонит. Красивущий бирюзового отлива амазонит. Специально вращаю колечко, чтобы вы видели, как он дает 17,5 размер колечка. Вот такие же серьги. Тоже повращаю, чтобы вы видели, да, насладиться красотой этого камня. И обратите внимание, у амазонита у нас с вами 6 вставочек. То есть немножко по-другому перекомплектовали браслеты. По длине они одинаковые, но каменных вставок здесь больше. Поэтому вот на такой красоте мы с вами закончим просмотр сегодняшнего комплекта. Не хочет он ложиться. Сегодняшнего комплекта под названием «Бонна». Заходите к нам на сайт, радуйте себя новинками, натуральными камнями от завода «Циркон». Всего хорошего!